Добрый день! Сегодня готовлю очень вкусную картошечку, жареную, с тушенкой. Сейчас мы на масле обжарим картошечку. Она у нас вот такими кубиками. И нам нужно, чтобы она подзолотилась вся и обжарилась хорошо. Картошка наша обжарилась. Я добавила адыгейской соли. Можно любую соль. Лук. Одну луковицу нарезала. Все хорошо перемешаем и еще обжарим. Картошечка с луком обжарилась. Теперь добавим тушеночку. Вот так вот ее немножко подавим. Перемешаем. Закроем крышечкой. И пусть она у нас еще протушится минут 10. Я побежала в теплицу за зеленью. Нам нужен укроп и зеленый лук. Режу укропчик. Нарезала. И свой лучок. Он хоть еще укроп и маленький, но такой запашистый. Резать уже можно. Кушечка жарится. Сейчас вот эта вся жидкость уйдет. И картошка готова. Так зажарилась моя картошечка. Теперь я зеленью посыпаю. И буквально 5 минут под крышечкой и готово. Картошечка наша готова. Мы сейчас будем обедать. Получается очень и очень вкусная картошечка с тушеночкой. Картошка мягкая, сочная, пропитанная мяском. Ребята, правда, очень вкусно. А на даче готовится очень быстро. Готовьте. Всем удачи.